Пасы. Обида ебаная. Отдавай ГП за Ломанычу. Обида ебаная, пиздец, на продаксе, блядь, пиздец, обиделся. В обиду кинул, Говори, блядь. блядь. Кстати, это продукт, что там с арканами сделали? Ты жив вообще, дамаг или нет? Говна на лицо накинули, так нормально. А, ты телефар, да, понятно. А ты ему, Нет, я не фар. Надеюсь, размазал? Нет, он в аркане сейчас. Это как мог просто. Как и мог, почистил, все не убрал, да? Да. Я посмотрел по этим по кнопочкам. Совсем тяжело все по кнопочкам. Ну, то есть, фаеры 4 кнопки, это нет. Давайте, нет, да, у меня просто не хватает, у меня голды не хватает на фаера. Мне нужно много сокетов перебить в крит. Ну, пересоки, да. И у меня ни одного тринкета нету в крит. Ни ТБЛа, ни гекта, ничего такого. Бля, если бы у тебя геката бомба была, это было бы, конечно, круто. Учитывая то, что мы, блядь, первого босса еле убиваем. А что? Что это у нас с бидоном за стая собак? Это слезы Алголона. Понял. А разве не мусор? О, это геката-бомба. Еще призм пришел. А видишь, она на фаер, она прям вообще кайфовая. И плюс чем же? Крит? Крит? Проковый? Да. Гекатка на фаера крит проковый, такая же хуйня, мне кажется, нет? Как и... На любой другой класс. Просто видишь, ее еще можно спекать в истребление гекту. Ну, то есть в хаст. Да, в хаст. И тогда тринкет становится супер полезным. А где Вилания, кстати, блядь? Нихуя не понял. Его не будет. Не будет сегодня. У нас есть Void с этим, с Виланиром. Что тебе не нравится? А что там по меткам у вас когда будут? Или мы чисто опять полчаса стоим, блядь, ждем чего-то перед боссом? Ну, ждем. Как обычно, ждем перед боссом. Ну, еще одного ждем. Давайте пока метки попоткнем. Чего это? Но. Ну, лидер есть, пусть расставляет метки. Мы, о, как обычно, мы, как обычно, у босса сидим, ждем моря погоды. Типа. Просто уже не первый день такая хуйня, что, блядь, собрались постоять у босса. Я понимаю, это... прикольно это... общаемся, но тем это не менее. Это дефолт, привыкай. Я стою вот тут вот, ничего не знаю. Сейчас демонолога фапнули. Я не могу нарадоваться. Это что это получается? Кастеры будут больше ДПСить? Получается, да. Что будут. Кастеры будут сосать. Не знаю, Оля вообще нахуй баф незаметный. Не, ну хотя в общем, наверное, ДПС рейда уменьшится. Причем здесь продак... кастеры, просто демоны будут больше. Демоны и все больше. Кастеры со своей. СПД они те же самые дают, какая разница. Да. Чего да. Фроста не пробуешь? Я пробовал фроста. Фроста очень. Я могу тебе сейчас по фросте побить. Я дам, ну, типа, на 2-3 косаря ДПС меньше. Так, я тебе могу, могу слетать спекнуться, пока человека еще одного нет. Но это просто грустная история с ним будет. Ладно. Какая-то инфа есть? Почему мы не продвигается не ничего? Где Костя. Костя или где? Ну, Слава, что-то отвечайте. Что за хуйня, блядь? Я тут с сопротами занимаюсь, попросил Славу поставить метки. Ну, ты же видишь, что Славе плохо, надо, значит, расставлять метки самому. Славе как-то похуй. У него опять наушников нет. Блять. Выйдите за эту хуйню. Опять это сейчас будет таксика в чате. Он обманывает вас. Блять. Грубо. Обмен за сопротами кидай. У меня одна своя еще есть. Ой, блять. Где он там? Но камни, мои камни. Ханта сегодня в ВП не будет, по-моему, он же у него день рождения сегодня. А, кстати, да, у него ЖДР сегодня. Это уже другой разговор. Это будет подарок на день рождения, что ли? Ну, типа. Ой, блядь.
Это еще слово сказано, Диман. Куда сюда? Куда? Куда? Да в звезду к нему придите кто-нибудь, блядь. Ёбаный ваш в рот, нахуй. Куда? В чьё? В очко, в очко. В чьё? Блядь, а кто уже стоит с ним? Может туда поставить метки и расставить людей, кто с голосом? Сейчас я тебя Славу залечу, блядь. Так, опа. Да там же, ну, типа, доставишь 5 хилов, 4, 5 хилов. Вы типа лишние отойдите оттуда, чтобы он, блядь, не отвлекался на вас. Вы угораете, блядь. Мардаун, стелси, блядь. Стелси, мардаун, блядь. Ебитесь оттуда. Ну, просил одного в очко, я пришел. Уйди с центра. Вон. Пойду пока кофе сделаю. В этом рейде пока только один Керус нормально что-то делает. Ну, смотрите как. Так он ничего не делает. Нет, нет, смотри на него. Смотри на него. Оп-оп-оп-оп-оп. Зарядку делает. Оп, нихуя. Я не понимаю, что он делает. Он сказал, подойдись один человек в звезду. Я подошел. Что дальше, Слава? Стой в звезде. Он домой уходит. Так я, ну, стою в звезде. Я угораю, блядь, с вас. А чё не так? Ну вот, Костик, чё не так? Ну вот он подошел, один человек туда встал. Блядь. Я вот дальше не понял. Во-первых, РЛ без микрофона не так. Костя, ты знаешь тактику? Да я-то знаю. В чем проблема, блядь? 40 минут от РТ вошло. 40. Чё-то пишет, строчит в ТС. Ну пиздец, 24 человека сидит, дрочит. Стой же ты на месте, это ебать мой хуй. Куда призван? Это мой камень. Я тут один на этой горе. Нет. Ну так-то. Костя, ну Ирель, пожалуйста, ну ёлки-палки. Блять, вы сейчас сами метки будете расставлять. Ну так они, да, не расставляются, в смысле, сейчас. Короче, Ро, все, сегодня отменяется РТ. Да? Блядь, так дайте мне тоже, блядь, ассисты это сам поставлю, блядь, просто не можете тебе ничего сделать. Дайте Гоше. Тихо, все, пускай вон ставят, Костя сейчас, все, не трогайте его. Врей, в метку стань. Ну, Дикон, стой в метке. Нет уже Ренджи, нет? Есть. Я вот тут кое-что. Ну, вот я с крестом пересекаюсь. Нет. Про луну не знаю. Почему, Вадикон, мы с тобой не пересекаемся? Ну, блядь, радар у меня красный. Ну, вот сейчас забежал еще маг какой-то. Не, нормально, нормально, нормально. Типа он не пересекается. 10 метров стоит, не видно. Вот там ты что-то стоишь на месте? Стоит. Стоишь на месте, я не пересекается вообще 10 метров. Что, у меня пересекается. Встаньте в трусы кто-нибудь. Блять, чё там? Ну хуй знает, а нормально. Все, кончились метки. Ну, я и хуй знает, мне кажется, будет убивать вот эта хуйня. Не-не, она не убивает, так и так и делают.
Кстати, Костя, вот тут, где ровно метка в центре, где я стою, я в одиконы цепляю, надо где-то чуть-чуть назад вот тут стоять на вис. Вот, вот тут прям заебись. Вот где я прыгну. Ну или так. Встаньте в трусы. Ну, призван вот здесь. Ну, уголок. Чтоб никто не уволок. Так, еще вот здесь на камне двое будут. Два милика. Так, а ну... Я там буду. В ромбик встаньте кто-нибудь. Так. Взятый, поставь портал себе. Где я стою? Метку на себе поставлю. Ой. Обязательно туда залазить? Ну, раньше был. Ну да, не выходит, ладно. А ну, Лёха, встань в ромбик. Так, еще один вот здесь, где я прыгаю. А этого взятого доставать не будет? Не. Вот, вот тут. Достает, ну. Вот я стою, взятого не достает. У тебя 10 раньше? Да. У меня по радару достает. Вы когда, ну, расставлять надо было 11 писать раньше. Давайте по хилам сразу распределимся. Джандис, твоя метка между крестом и луной. Встань. Так. Мардаун в луну. Бидон, твоя между ромбиком и луной. И Войд, ромбик. Войд, ты в рейд вообще идешь? Иду, говорит, но не сегодня. Лучу? Да, ты лутать будешь, что подумал. Да, лети, лети. И стелсы... Давай в квадрат. В крест. Стелси. Крест, видишь? Вот здесь в трусах будут. Сейчас, кто у нас? Invisible консилятор. Встаньте. Разбредитесь по меткам. Вот там, да? Так, кто у нас?
Так, ну тебе свято сдавай с Кирсори будешь стоять. Кирсори, ну, дуй к Святосу. Боди, твоя метка где-то вот, ну, Дженди стоит. Вот здесь, видишь, где ты? Твоя метка. Так, Лёха, ты с Дартисом? Дартис, иди, он у Клингрена. Вот в эту колонну уперся в уголочек. И все. Угу. Заломаныч в кружке. Я как обычно. В рейд между крестом и кружком. Так, между кружком и звездой будет. Давай, Вадикон. Кружком и звездой? Угу. Так, звездочки я продал. Аек, Неаполитан, Керус. Так. Керус, ты там, да? Аек, ты за звездочкой будешь стоять. Неаполитан, ты за кружком. Пропиши себе рейндж 10 и вот. Вот где-то. Вот здесь. Видишь, где я прыгаю? Так, кто еще остался без метки? Вроде бы всех. А, Матфок. Матфок, давай, вот, вот видишь, где ты. Там Вити зашел в игру. Может, пойдет спросить у него кто? Да, я уже несколько раз ему кидал прыгнул. Матфок. Сюда поставь подкаст, надо. У меня стоит 24 на 7. Ну а так. Потому что ты не вышел. Ну, всех расставили, ну, только получается одно тело надо. Я могу, наверное, Ярика на ШП притащить сюда. В принципе. Вот. Бидон, ты вот здесь, между Луной и тьмой. Витя, ну... Чё фукаш? Эху, блядь. Витя сегодня не пойдет никуда, я понял. Он же вчера об этом говорил. Да. И урхи, блядь, еще хуй знает. Потому что онлайн был всех. Ну, кто знал, что Витя, блядь, не пойдет, урги не будет.
Бляху. Ни хукмастера, ни, блядь. Витя ФКшит, нахуй он тогда в игру заходил, мне только интересно. Кой. Чё тебе, ебанько? Алло, нахуй, что тебе надо? Ты дурак? Так я, ну, комп включен, я ж сказал тебе вчера, во сколько я приду. Я ж сказал, типа, к 6 часам, плюс-минус. Так вы дауны, получается. Дебилы нахуй или что? Вы сейчас там стоите, нет? Ой, там все адекватные все там, нет? Кидай быстрее, давай. 20 минут у меня будет. 15 нахуй. Один трай. Вы ебанутые, блядь. Давай в этот, в Дискорд пошли. Бля, вы только все поулетали с инста, блядь. Да, не, ну это рофл, это пиздец. И лоха не осталось. Мне звонит дед, я, блядь, вчера же сказал, я приду к 6, плюс-минус. Пойдем суманем лока быстрее. Че, мы в БС-ку идем? Да, в БС-ку. Все же знают же, что, блядь, сегодня день рождения, что, ну, блядь, я дома, но я не играю. Поздравляю. С днем рождения, там, счастья, здоровья, там... Дебилы, ну, вас сейчас Катя разъебет, нахуй придет. Всех благ там, ну скажешь, дебилом поделать. Даже, кстати, не ответил, Витя. Ох, жесть. Спасибо, 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 блядь. Подарок. Кастерский щит тебе подарком сейчас отдадим. Нихуя себе, ебать. Ебать, подарок. Да, и кольцо двойное. Двойное. Взятого сумоню. Ткните, пожалуйста. Кольцо Каритхас 20. Слава, вы вчера закрыли БС. Мы с тобой вчера говорили. Если вы закроете РС, то можно БС сегодня идти. В чем проблема? Люди были. Где они? Все, погнали. Да, погнали. Не слитесь нахуй только. Давайте. Я сегодня не настроен это слушать. Хуй люди день рождения сегодня. Здесь, блядь, не вовремя. Ну, прям на входе. Блядь, спокойно. Чтобы не было такой херни, не пишите нахуй инст, типа расписание РТ, а просто пишите РТ нахуй. И тогда выбирайте, куда у хотите. У нас уже так было. И получалось залупа тоже. Да, ну, потому что люди что приходили. Что тогда с хуйню нести, сраться, блядь? Да никто не срется, что сраться-то. Ты вообще, блядь, давай в войс заходи, блядь. Все, не это самое, не нагнетайте обстановку нахуй. Сейчас возьму огнемет, но... В натуре, нахуй. Буду жару надавать, нахуй. Да побольше. Надо. По меточкам и заебись. Сейчас мы его пизданем, нахуй. А нет, где, нахуй? А где все? Кого нету, нахуй? Где тут сейчас? Я сейчас, нахуй, вычислю, кто не пришел, блядь. Пасифея нет. Пизда. Нет. Она что-то приходит в последнее время позже. Только она 2-5 это лутанула. Конечно, и сжигает, не ходит. Им ульги не ульги. Ну, так и ИП тоже сжигается, если ты не хочешь. Ну это-то понятно. Хочешь видеть, ячку сожгу? Но нет, дай мне неравносильно получается. На АП лучше. У меня нет на АП, только на СПТ есть. Вот там кто стоит? Сейчас все разбредутся по меткам. Ты там на камушке. Тыкайте, тыкайте, парни, не стоим. Он в стелсе, видишь, в кресту стоит. Ну я где обычно, короче, стою. Угу.
Блять, это блять. Кость есть тут? Сейчас призы на сейчас уману. Масло. Ну, у меня нету нихуя с собой. Я чё, ебал, что ли? Кого? Так, тебе масло чай. И масло, и сапрот надо. А, все, все здесь. Ну все, хули. Так, разбрались все по меткам. Сейчас, дай поесть. Рыба, рыба стоит. Все спортсмены на месте. Первая Сакра Войда, вторая Джандис. Тут же босс бьет темный магия, да? По всем. Да. Да. Так что мы его не сдаем? Сдаем. Она толком не помогает. Вы давайте вставайте сразу. Поели, встали на свою позицию. Потому что люди стоят без меток, так. Сейчас рейндж собирать. А у меня все равно, я все задеваю бидоны джандисы по факту. Блять, мордол. Потому что ты не в метке стоишь. Тихо, блядь, да вот так и даже достаю до них. Да, у меня тут тоже проблема. Да метки, походу, на 10 метров стоят все, потому что радар, блядь, все их красными показывает. А, ну я понял, мне прям, короче, ебалом туда надо залазить. Вот я стою, я Джандиса не достаю, блядь. Я с запасом делал несколько шагов. А где ты стоишь? Пропишите, слэш, рейндж 10, блядь. Ты где стоишь? Я стою. Костя, рейндж не линкуется, у них радар линкуется, рейндж не линкуется. Да, конечно, радаром надо, вы, блядь, в этом, в движухе-то ты нихуя не посмотришь, где чей ник. Тебе надо видеть, что радар зеленый, и все. Вот так вот и расставляются. А сейчас я стою, я красный, я хуй знает, кто красный, потому что у меня три цели по линии, блядь, стоят радара. Справа должен. Смотри, по дистанции, вот 10 метров у меня эта хуйня, в адикона я не цепляю. Значит, соответственно, ты цепляешь где-то... Ну, ты предлагаешь во время пула мне, да, такой диалог с тобой вести, вот, кого из магов я цепляю? Ну, так, вот так меня не цепляешь, правильно? Все. Вот, Вадикон, ты стоишь, не цепляешь звезды. Ты не цепляешь кружок. У тебя радар горит красный, потому что здесь сидели, хавали рыбу. Нет, нет, я же смотрю, нет, у меня три цели. Вот сейчас вот паладин, блядь, бегает, выбеги из круга. Вот, все, ты выбежал, у меня три цели и радар красный. Никого в кругу. Ну, блядь, опять кому-то надо нахуй, блядь, Вадикон. Это, короче, он линкуется даже на тот момент времени, когда буквально два шага остается. Радар, он, типа, работает... Ну, я понимаю, так, типа, да. Ну, мы убивали все время по вот этому радару. Типа, потому что ты метр влево, метр вправо где-то. Ну, вот, люди в метках, понятно, они встали в метку. Ну, вот, смотри, я... А вот я буду убегать, смотри. Давай тогда вот так сделаем. Буду бежать сюда. Смотри, и у меня люди сзади будут поджимать. Да, слушай, смотри, я максимально справа стараюсь вставать. А, кто там? Так у тебя справа лог будет прыгать. Точно он, так он далеко, он очень далеко от меня. Там еще кто-то, не знаю. Ну, вы смотрите, то есть, ну, давайте попробуем. Давайте ориентироваться друг на друга в том числе. Ты табаб дайте. Ты как на Келли будет, нас выебут жопу. Чё, мордаун? Те, кто, короче, за метками там ближе к выходу, вы прям не это, подальше отбегайте. Призванный мордаун. Чтобы был возможность как-то разбежаться. Призванный мордаун. Вадикон, давай звезду в пизду. Я блинковаться буду, я раньше буду уходить. А, давайте, ладно, погнали, хули делать. На страх, но все равно. Ты готовый, мордаун? Готов, я хоть не еще готов. Призом. А, Крест поприставлю. Блять. И пошел. Че опять не так, нахуй? Вот призона нету. Да, блять. Креста нет по крестам. Заломать. Чуть-чуть левее заломать, пожалуйста. Да ты ж не цепляю, я не цепляю. Нет, я понимаю, я просто хочу смотреть этот, вот, докуда я могу, докуда не могу. Ну, смотри, двигаться. Вот здесь я тебя, здесь ты меня уже, я тебя цепляю. Вот. Я вижу. Вот здесь, в центре метки, прям заебись. Вот так, да, вот все заебись. Я запомню. Да я, если что, все равно на проверке-то... Призан. Ебаль не покидай.
Дайте ему ГП уже за то, что он АФКшит. Не было команды АФКшить. Он... Кстати, да, правила такие есть. Чё за хуйня, блядь? Ну, там надо смотреть, у Дейси не отписал он. Он писал в этом, в рейде, потому что он отошел. Отойду, ну да, есть. АФК нахуй 40 минут, блядь. Отойду. 10 минут уже нету, блядь. Слава, есть номер телефона Призана? Позвони ему. Я сейчас позвоню, нахуй. Знаете, где он живет? Хорошо, что я свой номер никому не давал. Султан пришел с дня рождения своего чела, отошел, ебать, на 10 минут. Уже 10 норм. Минут нету. Когда он писал, было время. Витя еще не уходил. 55 минут. Ёпта. Да нет, как бы у меня просто комп включенный. Мне Слава начал звонить. Я, собственно, поэтому и подошел. Да нет, ты имел право просто послать Славу нафиг, сказать, идите все нафиг, у меня сегодня ДР, я хочу их провести там с дорогими людьми и т.д. То, что вы там долбоебы не собрались, это не мои проблемы. И был бы прав абсолютно. О, все, Призан, блядь. Походу, ух, есть номер телефона. Спустя час мы поиграем в игру. Так, все, поехали. Неправда, спустя 40 минут не нагнетай. Слава, твоя первая массакра, Джанди, вторая. Все, все готовы, даю отсчет. С тебя, Кость, да, на пол первый? Припоты не забываем. Ебать, а что, пол босса, нахуй? Че, Гера с пола и башем? Нет, Гера на первой перебежке. А, ну тогда, Гериш, готовься. Даю. Огонь. Разбежались, резану. Беги, малышка, беги! Нахуй! Блять, Слава, ты издеваешься! На первый не сдается! Ну ладно, дал и дал. Тотемы не забываем ставить, эти шаманы. Держались. Разбежались. Под боссом. Можете расходиться на рейд. Резонанс разбежали. Пиздец. Падаем. Четыре человека сдохло, блядь. В чем проблема прохилить была? Моментально. В смысле прохилить? Нас просто убило, потому что, блядь, мы стоим не, да. не по одному. Я же объяснил, блядь, кто за метками, отходите дальше. Аек, почему ты, блядь, не отошел дальше? Дикона три резонанса ебанула. Ну как это отошел? Ну меня наебнул ты, потому что, ну я не могу идти вперед в бидона, потому что он, блядь, хил. Ну у меня вот только ты был, и впереди бидон, все, остальных продали я не видел. У тебя дистанция показывается, типа, рейндж 8, когда тебя ДБМ сбивается. Да, типа вы ДБМ на 10 пиши. Когда бой начинается автоматически. У меня просто макрос стоит на рейндж 10 и все. Ну я прописываю перед боем, у меня не сбивается. У меня типа стоит радар и стоит. А у меня сбивается, я прописываю. Ну типа ты потом просто Enter, Alt, вверх и возвращаешь радар. Ладно, тебя наебнул АЕК. Почему не прохилили варов? Ты не должен доставать, блядь, на резонансе. Еще раз, неаполитан, АЕК, вы, блядь, на резонансе не обязаны бить. Вы должны отойти так, чтобы никого не наебнуло. Смысл бить, если ты сдохнешь, объясни мне. Нет, неаполитан. Да я просто, он прошлый РТ спрашивал, и это РТ спрашивал, что он не достает скиллами. Я просто и...
ему ответил сразу на его вопрос уже. Слава, ставь рыбу. Можно этого Дживса, пожалуйста? Рыба сзади стоит, кушаем. Я похаваю, ребята. Быстро поели, разбафали. Слава, ты сдаешь? Это по счету будет второй резонанс. На первый не сдается. Сдается после первого сгорающего. На резонанс. Ребята, Дживс. Дживса будьте, да. Где? А, вот поставили, да, спасибо. Ты пару кнопок не тыкай. Так, самый кружок. Забав, дайте сразу, пожалуйста. Так. Да, фулл бафайте сразу. Быстрее. Там посещение пришло, если что. Да, хорошо. Это то, что надо. Так, вот тут мы... Сопрот не забивайте, вы убивать. А кто они выйти? Давай, вот это, вот там кто есть там? Бидон, Персори, Мордаун, Гоша, Аек. А почему я ты Аек? Я сказал, нахуй сопрот. В смысле у тебя нет, теперь блядь, один. Его дают. Как понять, у тебя его нет? Так, подожди, давай вот отсюда сделаем. В звезду еще встань. Ага, один туда, один туда. Так. Их раздают перед пулом. Камрад. Раздает вот, хули и две, наверное, сзади, что, да? Сопроты, помню, если кто-то не знал. Так, ну тут хиновский. Давай, наверное, сзади. Костя, начинай ГП писать людям. Значит, ты писал, мальчик. Ты сегодня трудом какой-то. Да, что, ты меня не трогай, я тут всегда стою. Уйди отсюда, противный. Дарте, что, ЕП давали же звук? Не помню. Можешь метки переставим лучше, а? Тирейд под пивасов получается. Сейчас посмотрю, что-то не видать. Да, и еще сопротов слова закончились. Да нет, вроде не касается. Нет, тут нормально, тут нормально. Нет, тут я стою. Холодильник ему поставь. Пивом, да. Сейчас да. Будет. Со льдом, если можно жопу было охладить. Так. Поставьте, у меня забагалась эта хуйня. Все, холодильник с пивом поставлен. Слава. Кончились. Теперь войт. Говорю, сопроты дай. Кончились они. Какие вообще сопроты, блять, раздавать, нахуй? Мы уже этого босса третий раз убивали, четвертый сейчас убьем. Ладно если... бы, блядь, траили бы его. Если убьем, нахуй. Все свои банки носите, ну. Ну нет, гильдия должна снабжать. Гильдия ничего не должна. Нет. В рей обмен. Ты нихуя не прав в этом. Мордаун, сдохнешь, блядь. Когда я будет сдыхал на импорусе, хоть раз, скажи мне, хоть раз, когда я сдыхал. Что я тебе еще раз говорю, у тебя нету ГП. Сопрота. У меня есть сопрот. Я на тебе его не вижу. Я Элидар. Сука. Парню, он до этого не пил сопрот, и мы убивали. Давайте попробуем дальше. Ну, да. Типа, нахуй мы держим Витю. Пока пиздели, проще уже метки на не ставить. Все готовы, даёшь. Закинул. Вижу. Я его сейчас нахуй в соло убью просто и все. Резонанс разошли. Беги, блин, там дальше, прям дальше уходи. Сбежал. Диспел. Сгорающие все под босса. Разошли. Резонанс разошли. Беги, малышка, беги! Массакру, Слава.
Диспельте я. Можно сбежаться уже. Да, под босса сбегать еще. Давай чану. Подожди. На когда разбежимся? Окей. Сгорающие все под босса. Разошлись. Вот сейчас можно. Беги, малышка, беги. Разбежались. Сакра. Джендис, как умер? Не, Кира, срез его. Пиздец. Нас не прохилили. Не прохил, ну. Уже резонанс прошел. Блять, я хуе. Кого не прохилило? Меня не прохилило. Вся того тоже не прохилило. Меня бы тоже не прохилило, но я глыбу сжал. Ну, глыба не спасает, глыба не спасает. В смысле, спасает. Яд ваш... Добил. Нет, перед этим резонансом каст. Вот этим убил. А, типа, даже не на резонансе, а перед резонансом был каст какой-то, который дамажит уже больно. Его не захилили, и все. Яд и темпоральная агония в списке получения урона. Ром, нажми мастресором. Аек, тебе надо подойти на свою метку во время каста резонанс. Тебе, а потом ты подходишь под босса и бьешь. Типа, у, ну, тебя, у тебя будет 8-секундный простой. Когда ты убегаешь в метку, ловишь резонанс и возвращаешься под босса. А что случилось? Ну, он... А, все понятно. Но это Джандис почему сдох, а остальные... Ну, там... кто-то с ним в рейнже стоял. Нет, то есть это минус 2. А нас легло-то человек 5 или 6. На резонансе сдох только Джандис. А потом уже не прохилил. У вас не прохилили, да. А потом тупо не прохил. Дживса почините сразу, у кого, кому надо. Не хватило своего прохила, чтобы отхилиться, но... Я уже волны нахуй начал кастовать, блядь. Да я тоже флешкой пару раз нахуй хильнулся, смотрю, просто не хватает. Ну, вот неудобно, потому что из-за того, что радар всегда красный, непонятно, с кем ты в рейнже, с кем не в рейнже. Поэтому мне вообще удобнее, поэтому удобнее эта хуйня, которая ник пишет. Мне вот списком тоже гораздо удобнее, радар косячный немножко. Ну, радар у меня и тройка стоит. У меня и радар, и список стоит. И там, и там. Короче, Lost Try. Либо, блядь, глаза все, там что-то третий глаз открывает, либо что, ну, сорян. Да это, блядь, мы извиняться должны. Ну да, никак не ты. Юля, поешь. Стелси, Керсори. И метки по-другому стоят, нежели чем обычно мы сюда ходим. Ну это так, что я заметил. Чуть-чуть по-другому только. Да как бы похуй, как они стоят, просто чтобы они работали, главное. Факт. Не, ну бодикон работает же. Хуево работает, работает. Но мы не, я не линк, Клава, что ты тогда не ставил метки? Вы мозги все ебете, блядь, с этими метками. Давайте еще раз пробуем, да. Не выходит, пойдем в целкагеру. Потом Слава купит себе микрофон и поставит следующий метр. А что опять? Опять наушники не у него? Погнали. Нет, все, хуйню не занимаемся. Mm-hmm.
командуете. Угу. Резонанс разошли. Беги, малышка, беги! Сбежали. Диспел. Все под боссом сгорающие. Можете на ранжу расходить. Резонанс расходить. Беги, малышка, беги. Массакран. Глуша. Еще 5 секунд. Прохил, диспе. Сбежали с подвоз. Взятого с диспель. Вот это темп переставить, я не помню. Разбегаться будем, переставь. Сгорающие все подвоз. Взятый, ты где стоишь? Но он в самом краю, справа. С правого края стоит. Сейчас я ближе вправо поставлю. Просто в центре поставь, должен быть. Да. Тут, по идее, должен до тебя доставать. Резонанс разошли. Беги, малышка, беги! Дай место, Аек. Чуть-чуть назад отступи. Ох, пизда, буткнул сейчас. Не достает все равно. Да блять. Из этого прохил. Вон портал у него зеленый, видишь? Я тут поставил, нужно доставать. Прохильте. Играю сейчас все под босс. Расходимся на рейнджер. Стелс и ставь тотем. Эрос, Иннер, давай в бидон закидывай. Закиду тебя? Да. Беги, малышка! Резонанс разошли. Слава, твоя масса краша. Вадикон, вот Фокс, пожмитесь там что-то. Диспел прохил. О, идеально. Я, кстати, с него Боди снимал, диспел. Поэтому не знаю, ты снял, нет? Загорающие все под... Можете на ранжу. Резонанс, расходить. Беги, малышка, беги. Диспел про. Вадикон, ты не диспелил? Херсори, боди диспел. Смотрел. Достает, получается, да? Да, с тотемом все норм. Так, Мэтт Фокс, Иннер в стелсе за. А Вадикон в бидон. Сгорающие все под бок.
теперь сбежимся. Так, уже можно сбегаться. Да, да, давай, давай. Закинул. Резонанса расходи. Место надо их. Боди с диспельти и керсоры. Прохил, прохил, прохил. Взято. Сгорающие все под босс. Можете на рейндж. Керус по откату в бидон налей. Инер. Беги, малышка, беги! Резонанс разошлись. Дай чуть-чуть места. Сгорающие все под босс. Можете на рейндж. Че, закиду тебя? Я вылетелось, что? Кирсари. А мана совсем нет. Хуёво. Бидон с АТТМ. На рейндж, Рензу. Припоты на сбежке. Ебать, его из могилы вытащили. Рост, ну, да я руку слил там. Загорающие все. Хочу побери всех. 2 минуты. Давайте, бейте изо всех. Вроде успеваем. На рейнджу. Кирсорий вылетел, твою мать. Он уже давно вылетел. Он сказал. Ну, стелс еще на предыдущий раз бить. Мэтт Фокс, Бидона, Вадикон в... Давай Джандиса. Мэтт Фокс, Бидона, Инер. На рейндж. Беги, малышка, беги! Все под... Давайте минуту. Под... Что, сбежали? Даю тебе последний паску. Я жгу ману всю, но уже на фул. Что-нибудь, да, подумаем. У нас нихуя не осталось. Так. Нормально, нормально. Но, я думаю, мы добьем. Последнее говно прохилить будет сейчас. Все, резонанс. На рейндж, на рейндж. Керос в бидона и на... Да доигрывайте. Уже бейте просто его, да, все. Там... там 20 секунд всё. Ебать, четко маны хватило, блядь. Витя, Витя, ёбаный в рот. С днем рождения тебя, блядь, Витя, нахуй. Спасибо тебе. С днем рождения, топо... Щит хуй, блядь, спасибо. Топор он ровно трансмог, нахуй. Всё, я пошел, давайте. Дайте, давай. Ну, спасибо, Витя. Да, я ему накину. 9 накину. Это, ну, говно, нахуй. Плакать хотел, что вылетел. Потом света заберет. Ну окей.
Палец нужен кому-то, ребят? Вот, кстати, да, палец на фаермага охуенный, походу, да? Вот я вот об этом и думаю, да, как бы. Палец на моего мага хорошо ложится. А продакс, по-моему, выше тебя, кстати. Ну, не, собирать... Нет, это же по консулу. Здесь все консулом, кроме кольца с двумя гемами. По-моему, так. Не, ну кому отдадут, тому отдадут, я понимаю. Отмените Гоши ГП, кстати. Ну что с ними ГП дали? Что, это что такое? За сопрот, Гош. А, да. Выебываешься, Гоша, просто. Оставьте, блядь, оставьте, мне похуй. Не снимайте, оставьте. Я не ту хуйню взял, похуй. Бля, я не знаю. Надеюсь, сейчас Гера выпадет щит, хули, бля. Хули делать. Так, ладно, я на ДК так. Оставьте паршел, пожалуйста. Лут говна. Ну там е покинули? Нет. Точечно мне закините, пожалуйста. Да, на варту кинь. Куда дальше? Целка? Тури топор с РПБ. А что, ты еще убивали, кроме БСК? Нет, только БСК. Че, долго траили? Да не траили, ждали. Долго Витю собирали. Он вызвали с днем рождения. Тебя ждали, Витю ждали. Спасибо. Я вот пришел. Бога ждали, Вселенского. Ставлю порт. Бля. А нужно ставить торп. Реально. Это Витя поставил. Заходи на спирту со слова. Вадикон, ты умеешь делать оранжевый кап? А, Костя умеет делать. Я все умею.